5 айпадов и еще 25 подарков. В честь своего 5-летнего юбилея супермаркет «Арбуз» решил провести беспроигрышную лотерею. В нем приняли участие около 1000 человек. О масштабном розыгрыше и его победителях Матимат Ханапова. В этот день «Арбуз» особенно преобразился. Празднично украшенный интерьер супермаркета радует глаза, а акции и розыгрыш – душу. Сегодня у магазина юбилей, а лучший способ его отметить – порадовать посетителей подарками. Для победы всего лишь требовалось совершить покупку от 700 рублей или приобрести продукции торговой марки «Мирана», получить купон и бросить его в барабан. Да, я постоянный посетитель, я здесь рядом живу. Ну и тут соотношение цены и качества меня удовлетворяет. У меня было там много всего, у меня чеки всегда 1000 на 2-3 минимум выходили. Там все подряд абсолютно. Ну, морепродукты, молочку, овощи, фрукты. Здесь очень вкусно готовят, очень вкусное производство этого магазина. Горячий стол, вот, кафе, очень приятный персонал. Мне все нравится этот магазин. Заодно решил поучаствовать, испытать судьбу. Праздничное настроение для юных посетителей магазина создавала команда аниматоров. Песни, танцы, веселые игры – все для маленьких гостей. Ну а самое главное было припасено на потом. Внушительные главные призы, микроволновки и даже скидочные купоны на приобретение жилья. Периодически проводим розыгрыши, и день рождения нашего супермаркета также является одним из поводов сделать подарочки нашим посетителям. Вот, сегодня, например, мы разыгрываем 5 айпадов, ну и более 25 еще призов дополнительно. Вот, я думаю, всем понравится. Вот, уже вот я смотрю, собралось очень много людей, нам это приятно. А людей действительно собралось очень много. Здесь у входа в супермаркет около 1000 людей с нетерпением ждут начала розыгрыша. Каждый надеется, что именно он выиграет один из главных призов. И вот первая счастливица говорит, что интуиция ее не обманула, и она стала одной из обладательниц айпада. Ожидала. Почему-то у меня было такое предчувствие, что я выиграю сегодня. Не зря дождалась, выиграла. Очень рада. Именно айпада у меня не было, я очень его сильно хотела. У меня скоро день рождения. Это подарок. День рождения удался. Даже те горожане, которые остались без материальных призов, получили заряд позитива и праздничного настроения. Патиман Ханапова, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Каспийск.